Чемпионат Приморья по баскетболу на колясках – уникальное явление, ведь именно здесь каждый инвалид-спортсмен может прочувствовать всю прелесть настоящего соперничества. Если у себя в городах и селах занятия спортом этими людьми воспринимаются больше как оздоровительная практика, то уже на площадке спорткомплекса «Олимпиец» в глазах виднеется лишь сильное желание победить. Приехало 5 команд с Приморского края, играют по круговой системе, это 10 игр. В плане правил, то есть именно формата проведения от обычного баскетбола не отличается. То есть это 4 четверти по 10 минут, также есть владение 24 секунды и 8 секунд вывод из тыловой зоны. Владивосток, Лесозаводск, Уссурийск, Артем. Собрать свою хоть и скромную команду удалось везде. Неудивительно, ведь баскетбол, возможно, самый любимый вид спорта среди людей с ограниченными возможностями. Среди участников есть и те, кто имеет уже немалый опыт соревнований. Как ни странно, именно эти спортсмены особенно упорно готовились к чемпионату. Хочу играть в баскетбол на колясках, занимаюсь этим уже 3 года. В принципе, нравится командная игра, интересно. Вот. Что ожидаю? Ожидаю также приобрести опыт. Общение со своими друзьями, игроками, коллегами. Я занимаюсь не только баскетболом, а принимаю участие в различных мероприятиях. Это и соревнования, и танцы. И поэтому я всегда нахожусь в тонусе. И для меня как бы это не было прям волнительным. Это просто встреча с людьми, которым не бывает так часто встречаешься. Вот, отличное настроение, как бы все на позитиве. К слову, на паркете не все люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. К этому уникальному спорту приобщаются и те, кто может ходить, но имеет другие болезни. Опыт будет полезным в любом случае. В таком баскетболе приходится делать весь упор на верхнюю часть тела, что позволяет инвалидам в повседневной жизни перекладывать всю нагрузку на руки. Да и дисциплина сама по себе перспективная. Недавно краевые власти решили повысить статус подобных занятий до профессионального спорта. Мы себе поставили задачу в каждом профессиональном клубе открыть секцию адаптивных видов спорта. Мы сейчас видим баскетбол в форме нашей приморской команды «Спартак». Мы говорим про слэдж-хоккей, мы говорим про бадминтон. Это вот как в обычном клубе у нас есть молодежь, которую мы выращиваем. Точно так же и здесь мы будем выращивать спортсменов из людей, которым на сегодня приходится не так легко в этой жизни. Помимо баскетбола, приморские инвалиды в скором времени возьмутся и за стритбол, который с недавних пор стал набирать обороты в нашем крае. Игра 3 на 3 на одном кольце не только позволит еще больше проявить себя на площадке, но и понизит планку для участников с ограниченными возможностями. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8.